Беларусь и Венесуэла прорабатывают новую стратегию сотрудничества. В Боливарианской республике может быть организована сборка лесозаготовительной техники. Такой проект обсуждался во время визита на Минский тракторный завод правительственной делегации Венесуэлы. Новое сборочное производство предполагается реализовать на уже имеющейся площадке. Прорабатывается финансовая сторона проекта. В Венесуэле уже собрано порядка 3000 тракторов «Беларус», которые используются в аграрном секторе страны. Министерство антимонопольного регулирования и торговли изучит вопросы конкуренции на фармацевтическом рынке и рынке медицинского оборудования. Создана специальная межведомственная рабочая группа, куда вошли представители МАРТ и Министерства здравоохранения, а также эксперты. Они будут заниматься, в частности, организацией и проведением мероприятий по развитию конкуренции на фармацевтическом рынке, проводить сравнительный анализ цен на лекарственные средства и оценку их доступности, вырабатывать предложения по снижению цен на лекарственные средства в Беларуси в сравнении с сопоставимыми товарными рынками. Белорусская теннисистка Александра Соснович продолжает играть в турнире серии «Большого шлема». Сегодня она проведет поединок с китайской соперницей Джан Шуай, 38-й ракеткой мирового рейтинга. У Александры Соснович 98-я позиция. Напомним, в стартовом поединке Ролан-Гаррос белорусская теннисистка успешно справилась с Викторией Голубич из Швейцарии.